Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. Меня зовут Александр Бушуев. Я занимаюсь вкладкой печей каминов барбекю, а также разработкой дизайн-проектов, порядовок. Живу и работаю я в городе Екатеринбурге. Итак, значит, продолжается у нас цикл ответы на вопросы подписчиков. Следующий вопрос задал Роман Никифоров. Просит показать, как мы наводим марафет, расшивка швов, все дела. Мыть губкой не буду. То есть расшивку швов мы делаем в процессе кладки. Если день жаркий, то как бы два рядка и расшиваем, если солнышко светит. А, ну, тут все зависит от кирпича. Шамотный кирпич можно и на следующий день расшивать. В общем, погнали. Способ кладки с поздней подрезкой, так называемый. Ну, опять же, это мое понимание. Такого в интернете нету. Подрезаю раствор. Его можно повторно использовать. Там, где шов не заполнен этими же штуками, все дело заполняется. Дальше берем чудо-расшивочку и начинаем расшивать от угла, от края, чтобы раствор не вырывать. Где глубоко, там добавляем. Значит, примерно расшивка сделана. Дальше убираем основной раствор. Как только убрали, берем сухую тряпку и начинаем тереть. Усилия очень сильные нужно прилагать. То есть вот этот метод, он очень трудозатратный. Ну вот, в принципе, и все. Сейчас покажу поближе, как это получилось.
Ну и потом уже окончательно губкой. На два раза, два-три раза приходится губкой мыть. Вот этот кирпич, он очень пачкается сильно.